Заместитель руководителя Главного управления содержания территории Московской области Александр Боровков провел выездное совещание в Ленинском городском округе. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации муниципалитета Елена Дубовицкая и представители МБУ благоустройства. В рамках встречи была проведена проверка готовности общественных пространств к весенне-летнему периоду. Начался осмотр с дворовых территорий по улице Лемешко. Состояние удовлетворительное, но, конечно, есть над чем работать. Да? Это всегда так было, есть и будет. Снег еще не везде сошел. И когда сходит снег, выявляется, в проталинах появляется мусор, который жильцы и жители, в принципе, иногда выкидывают не там, где положено. Поэтому просто задача не сколько наказать, а сколько предупредить. Также в рамках выездного совещания были проинспектированы дворовые территории в жилом комплексе «Зеленой аллеи» и на проспекте Ленинского комсомола. Все площадки в удовлетворительном состоянии, но коммунальным предприятиям еще предстоит убрать остатки наледи и мусора, который появился после таяния снега. Все замечания были взяты на контроль. С 1 апреля в Подмосковье стартует месячник благоустройства, который продлится до 1 мая. За это время все общественные территории муниципалитетов будут приведены в порядок.